Assalomu alaykum. Butun jahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida yurtimiz vakillari muvaffaqiyatli ishtirok etishdi va ular bugun studiyamiz mehmonlari. 13 ta sport turi va 58 nafar ishtirokchi. 7 ta oltin, 8 ta kumush va 18 ta bronza. Jami 33 ta medal. Umum jamoa hisobida 70 ga yaqin mamlakat orasida 5-chi o'rin. Birinchi marotaba butun jahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida ishtirok etgan O'zbekiston aynan shunday natijani qayd etdi. Musobaqalarning eng yorqin lahzalari haqida xayrli oqshomda so'zlashamiz. Lochin qadimdan shijoat timsoli. Uning parvozi egasiga ham kuch beradi. O'yinlarda 10 ta davlatdan 25 nafar sportchi qushlari bilan qatnashdi. Ham yurtimiz Denis Цой bronza medaliga sazovor bo'ldi. Добрый вечер. Поздравляем вас с успешным выступлением. Сокол призер. Lochinimiz uchishga tayyor. Chempionligini ko'rsatayapti bizga. Это сокол Балобан. Он родился в городе Ташкенте. Это наша птица, наш питомец. Мы его тренировали около года, и с ним мы завоевали бронзу. Это самка, и ей сейчас? Ей сейчас 2 года. Почти ежедневно тренируемся с ней. Но у вас немало других птиц. Ну да, у нас мы занимаемся разведением, самой охотой, возрождаем национальные виды охоты, именно охоту соколом. Узбекистан, как вы знаете, имеет очень большие корни. Все наши полководцы великие, Амир Тимур, они очень любили, занимались этой охотой. Мы по праву считаем, что Узбекистан является одним из основателей соколиной охоты вообще в целом в мире. Поэтому одна из наших целей – возродить этот вид охоты. Наш корреспондент побывал у вас в гостях, и давайте посмотрим сюжет. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Здесь у нас сидят птицы. Вот эти здесь наши призеры. У вас тут и собаки. Да, и собаки. А разве можно собаки и птицы рядом? Можно, да, можно. Дело в том, что они в паре охотятся. Они уже привыкли, как вы видите, они не реагируют на них. Вот этот вид, это сокол Балобан. А вот с той стороны, видите, он немного отличается. Это сокол Хавсан. Если птица агрессивная, ей одевают шапочку на голову, чтобы она не была агрессивной, чтобы немного успокоилась. Эти птицы ежедневно летают, поэтому они сидят на присадах. А вот для разведения я вам сейчас покажу. У нас вот здесь есть птица. Она опасная? Нет, 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 проходите. Есть два вида птиц для разведения. Есть, которые разводятся естественным методом, а есть методом импринтирования на человека. Эта птица, она импринтирована на человека. Видите, как она себя ведет? Она в человеке видит партнера. Вот, видите? Не нравится ей, да? Нет, нравится. Хочет кушать просто. Вот она, видите? Сколько раз питается? В день 2 раза мы кормим. Чем кормится? Ну, кормим перепелками, говяжьим мясом. Рацион питания у всех птиц одинаковый, да? Рацион одинаковый, да. Он согласован с ташкентским зоопарком. Согласно этого рациона мы кормим птиц. Здесь у нее разводная вот это место, где она ставит сюда яйца. Здесь специальные камни у нас, специальное покрытие. Вот. Эти птицы дикие, и дело в том, что они живут в природе, поэтому они не нуждаются, чтобы им отапливалось помещение. Как вы видите, половина вольера открыта, здесь должны попадать солнечные лучи. Также и осадки. Условия содержания нужно приблизить как можно больше к диким. Тогда будут птицы разводиться. Здесь будьте осторожны, здесь у нас такой барьер. А для чего это? Нужно через него пройти, потому что, чтобы не занести инфекцию в питомник. Вот. Хлорный раствор такой. Проходите. Идемте. Вот, проходите сюда. Здесь у нас, видите, совсем другой сокол. Его называют рыжеголовый сапсан. Это вид обитает только вот в Средней Азии, Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан. Такие это маленькие? Очень, это очень редкий сокол. Он считается в мире одним из самых скоростных соколов. Mm-hmm. Вот это уже сформированная пара. Видите, самец он размером поменьше. Да. Ну, они сейчас Они, наверное, размножаются естественным путем, да? Они размножаются естественным путем. Определенное количество птиц готовим для охоты, для соревнований. А вот эти птицы, которых вы сейчас видите, это они только для разведения.
мы их не тренируем, мы их даже на руки не берем. Дельнозы мы вам сейчас дадим одну птицу подержать, чтобы вы ощутили. Вот на левую руку одеваете перчатку. Вот эти две птицы – это сестры. Как-то их называете по именам, чтобы не путать? У нас все птицы по номеру кольца. В связи с тем, что у нас много птиц, чтобы не запутаться, мы называем по номеру кольца. Вот, например, это 25-я птица, это 12-я птица. Дело в том, что этих птиц становится все реже и реже. Они занесены в Красную книгу Республики Узбекистан, в международные красные книги. Поэтому самое важное тут бережное отношение к этим хищным птицам. И одно из направлений нашего общества является реабилитация и выпуск из дикую природу, чтобы пополнить биоразнообразие нашей страны. Следующие игры кочевника состоятся через 2 года в Турции. Надеемся подготовить своих птиц и занять достойное место. Бугел инде факат алтын медаль блян. Обязательно, мы надеемся, и у нас есть все шансы взять золотую медаль. А какие были условия, какие правила? Нам давалось всем по 3 минуты, и сокольник Кушчи, он крутил вабилы, это искусственную приманку, и в течение 3 минут считалось количество атак на это вабило. Призеры заняли кто первое место, у них было 26 атак, наш сокол сделал 21 атаку, что очень неплохой результат. У 2 сокольников птицы вообще отлетели. Ну, как я знаю, конкуренция была сильная. Сильная. Приехали с многих стран и они готовились. Айтелик кушнинг табиаты игесинеки билан мос чушмаса. Уны мусабакаларге тайорлаш кыйын кечсе керек. Каждой птице свой подход. У каждой птицы, как у человека, свой характер. Поэтому здесь должен быть индивидуальный подход к птице. Рустам аке, сизни кайфиятингизни хис қиладими ҳар куни? Ну, надо работать. А так, птица прилежна. К чему вы готовитесь сейчас? Ближайшее событие будет в октябре в Германии, в городе Бамберг. Наше общество является членом международной организации «Соколиной охоты и охраны хищных птиц». Состоится заседание, и там будут демонстративные полеты хищных птиц со всех стран. И мы надеемся принять там участие, мы получили приглашение. И мы уверены, что вы вернетесь с очередным признанием. Надеемся. Надеемся. Мусобақадан масс рестлинг ҳам орын олди. Номи «Йоғоч чопни тортиш» маъносини англатувчи мазкур беллашув 2003 йилда Умумроссия спорт ўйинлари рўйхатига киритилган. Унинг она ватани Якутия. Юртимиз вакиллари у билан шуғулланаётганларга ҳали кўп бўлмаган бўлса-да, яхши натижа кўрсатишди. Ассалому алайкум. Аввало ғалиба билан табриклаймиз. Масс рестлинг янги спорт туры бўлишига қарамастан, натижалар ёмон эмас. 2 йилдан бери шуғулланамиз. Ундан аввал кураш билан шуғуллангансиз, тўғрими? Қизиқишларим шу томонга тортди энди. Адреналин олдим. Кейин-кейин қизиқишлар ўзгариб, бу спорт туриға ўтдик. 1-марта Москвада бўлиб ўтган аниқ мусобақада 3-ўрин олиб келдик. Кейин мана Қирғизистонда Азербайжон билан тушдик 3-ўринга. 2-1 бўлди. Рақобат кучли бўлди. Регин, ну парней можно понять. А вас вот такую хрупкую, нежную. Это очень интересно, потому что этот вид спорта, он как бы не чисто физически, на физические данные рассчитан. Вот если, к примеру, в пауэрлифтинге, ты вышел, ты знаешь свои способности, вышел и сделал то, что ты знаешь, то, что ты делаешь в зале. А тут как бы непредсказуемо получается. Даже соперник, если гораздо сильнее тебя, у тебя есть шанс выиграть. Просто как бы подумав головой, мозгами. Раз он там ошибся, ногу не так поставил, ты можешь вот это вот его... минусы в свою пользу этот выставить. И в результате серебро в кармане. Да. А золото кому досталось? Якутки. Ну вот это, считай, якутский вид спорта. Они там с детства палки тягают. Это первое международное соревнование у меня. Так я только вот по республике тягала палку, а тут раз и международное. Ну я очень хотела занять первое место и надеюсь в следующий раз уже в Турции. Я займу первое место. Через 2 года? Через 2 года, да. Но я буду сильно готовиться. Я вот прям настроена на это. А желающих много? Это вид спорта очень сильно развивается, динамично. Потому что если предыдущие года брать, желающих были единицы. А вот с каждым годом, вот даже на этих соревнованиях, к нам подходили девочки и говорили то, что
мы хотим заниматься этим видом спорта. Келинши орынды машгулатларыңыз қандай кечаётканы билан танышсак. Ну вот только что мы видели, как бы ни говорила, что нужна логика, Регина, вместе с этим и сила тоже. И вы это знаете, как никто другой. Ну, естественно. Ну, в армрестлинге от Узбекистана участвовало 6 человек. Заняли 3 бронзовые медали. Одну из бронзовых медалей завоевал я до 75 килограмм. В принципе, соперники все нормальные были. Можно было занять и золото, но силы немножко не хватило, потому что вес гоняли. В следующий раз вы станете самым сильным. В принципе, мы и так сейчас не слабые. У меня за плечами много турниров. Да, я 7-кратный чемпион Азии. Международные турниры я выиграл в России, в Германии, в Финляндии. Ну, то есть опыт соревновательный у меня тоже большой был. Ну, соперники тоже нормальные оказались. Уман алганда 2 йил бир паста ўтиб кетади, тўғрими, Ильёс? Яна янги мусобақалар, янги рақиблар билан учрашишга, уларни енгишга тайёр туриш керак. Ҳозир Якутияга ҳам тайёрланяпмиз. 16-да ҳам ўзимизда мусобақа, Ташкентда кубок Узбекистана. Дмитрий, а вас они не перетянули к себе? Мы армрестлинг выступал в первый день, масс-рестлинг был за нами второй день. Как бы хотелось бы, конечно, ведь мы пришли поболеть, я вот даже болел, как она в финал вышла. Захватывающий вид спорта, ну пока мы останемся в своем виде спорта, я думаю, так будет правильно. Не, если что, приходите, мы рады. Они приглашали, кстати, да. Переманивали вас? Подумаем, подумаем. Одам? Qaysi jihatida kamchiligi borligi va qaysi nuqtada yana ham ko'proq ishlash kerakligini tushunib yetadi. Sizda ham shunday bo'ldimi? Ha, shunday. Jahl ustida. Jahlni jilovlay olish kerak. Xulosa yomon emas. Это очень важно, потому что некоторые соперники, они приходят, они вот прям показывают всю свою ярость, а потом вот кричат, топчут там, я не знаю, как-то пытаются. Вот этот адреналин выходит из организма, и они просто садятся и сдуваются. А когда ты собран, когда ты сконцентрирован на победе, садишься и просто молча, тихо выигрываешь, это, конечно, большего стоит. Если обратить внимание на спортсменов высшего уровня, они все спокойны и собраны. Но в целом там была атмосфера дружеская. Да. Очень дружеская, да. Юрда хамма достойно харакатлад, биргалликда. Узум олдынги чемпионатлар катнашган орталарын көрдүм. Хаммада результат өзгерген хазыр. Бу сингари галабаларнинг янада юксакроқлари алдында. Биз эсе дастурубузду давам этабыз. Бутун жахон кочманчи халқлар ўйинлари давомида кўпгари бахслари диққатни тортди. Ўзбекистон жамоаси Бошқирдистон, Франция ва Қозоқистон термаларини мағлубиятга учратиб, финалга чиқди. Аммо сўнги ўйинда мезбонларнинг тулпори чопқирлик қилдими, ҳамёртларимизга 2-чи ўрин насиб этди. Шундай бўлса-да, чавандозларимизнинг шашти сўнмади. 2019-йилда кўпгари бўйича ўтказиладиган жахон чемпионатида ғалаба қозониш истагидалар. Хуш келибсизлар. Турли соха эгеси бўлишингизга қарамастан, кўпгари барчангизни бир жамоада бирлаштирди. Шундай, бу Ўзбекистон миллий терма кўпгари улоқ терма жамоаси. Бу жамоага ҳар хил соха вакиллари йиғилган. Мисолчи, мен ўзим касбим ҳисобчи. Орангизда ўқитувчилар ҳам бор. Жисмонӣ тарбиядан дарс берасиз. Ҳа. Бизнинг касбимиз чорвачилик билан шуғулланамиз. От йилқи боқамиз. Котта қилиб кўпгарига чоптирамиз. Ўзим Ўзбекистон Республикасини судьясиман. Улоқ кўпгари бўйича. Олдинги йил 1-марта Астана шаҳрида жаҳон чемпионати бўлди. Шунда судья бўлиб қатнашдим. Сиз илк маротиба қачон иштирок этгансиз? Ҳа, шу ёшлигимдан шу от устида юрамиз. Уйимизда шу отда миниб, Улоқ кўпгарига чиқиб, шунақа қилиб, мана шу даражага етиб келдик-да. Бу галги мусобақа қандай бўлди? Биз учун жуда ҳам бир ҳаяжонли, жуда ҳам қизиқарли ўтди. Рақибларимиз ҳам кучли бўлди. Буни ўзига хослиги 100 нафар, 200 нафар, 300 нафар одам битта зот учун талашади, кўп оламон кўпгарида. Бу жамоавий ўйинимизда эса команда бўлиб, 2-та жамоа бўлиб ўйнади. 2-та давлат жамоа-жамоа бўлиб ўйналади. Яъни ўзаро бир-бирини Яъни ўзаро бир-бирини тушуниш керак. Отлар бир-бирини тушуниш керак, полвонлар бир-бирини тушуниш керак. Бу жамоавий ўйин. Футбол жамоаси, футбол жамоаси. Ва яна битта нарсадан маъруларим гапиришимиз мумкин. Улоқ кўпгаридан ташқари от устида курашда
Talip İhtiyar üçüncü oranda aldı. Ağustos ayında Astana'da ikinci oranda geldi. Okutucu bolsa şunday okutucu bolsa. Çempiyon okutucu. Sizge havas kıladığın okuçular var mı? Var var. Nima deyiş adı okuçular? Gapni qo'ying, jismoniy mashqdan bo'lsa bas. 80 dan ortiq davlat qatnashdi. Jahon chempionati desa ham bo'ladi. Ayniqsa eng qiziq bo'lgan tarafi Qozog'iston bilan o'ynagan o'yinimiz. Juda ham hayajonlan, bolalarga juda og'ir bo'ldi. Chunki bu polfinal, birinchi marta finalga chiqishimiz. Qozog'iston kuchli jamoa. Ular tug'ilgandan beri o'sha komanda o'yini o'ynab keladi. Ushbu o'yinga oid videoni birgalikda tomosha qilsak. Qayning ko'p kari. Nimasi bilan sizni jalb etgan? Ota-bobomiz shu otga qiziqib, ot uloq choptirib, shuni orqasida endi avlod deydimi? Har o'tar ekan. Kim chavandoz bo'la olmaydi? Kim o'sha ko'p kariga, davraga uloqqa tusha olmaydi? Uloqni mart inson chopadi, polvon chopadi, g'ururi bor inson chopadi. Otdan qo'rqadigan inson chopa olmaydi. Otni yaxshi ko'rmaydigan inson chopa olmaydi. Otga o'tirishni o'zi ham bir kasbda endi. Davraga kirganda u boshqacha hayajonda u. Odamga shunaqa kuch keladi. Ola olmayman degan uloqni ham bitta harakatda oladi. Chunki polvonga xos fazilatda bu. Buni so'z bilan tasavvur qilish qiyin. Buni hech aytib bera olmaymiz hech qaysimiz. U yurakda-da hammasi. Polvon zot uchun emas, or uchun chopadi. Uni o'rtaga qo'yilgan sovrin u qiziqtirmaydi. Shu uloqni olib o'zini or uchun vatanni, yurtini, nomini, otni nomini chiqarish uchun harakat qiladi. Lekin shunday bo'lsa ham, ba'zan mag'lubiyat ham bo'lib turadi. Albatta, mag'lubiyat ham bo'ladi. Bundan to'g'ri xulosa chiqarib, keyingi g'alabani maqsad qilish misol uchun ham juda ham muhim nazarimda. To'g'ri, misol uchun Qirg'izistonga yutqizib, 2-chi o'rinda oldik, lekin bundan biz to'g'ri xulosa chiqib kelamiz. Bolalar hamma bir joyga yig'ilib tayyorgarlik qilmadi, hamma o'z viloyatida tayyorgarlik qildi. Bizda hali u darajada kuchayib, bitta komanda yo klubda bo'lib chopmaganmiz hammamiz. Bu ilk marotaba jamoaviy tarzda. Ha, ilk marotaba jamoaviy tarzda. Borib shu jamoaviy tarzda bo'lsa ham, bir-birimizni oldindan shug'ullamagan bo'lsak ham, endi mana xudo xolasa 2019 ga o'zimiz otlarimiz bilan o'zimiz shug'ullanib, bir joyda hammamiz tayyorlanib, xudo xolasa birinchi o'rinlarni olib qolishni niyat qilib turibmiz. Yurtboshimiz shuncha sharoitlarni qilib berib, boshqa sport turlaridan ham hamma bolalarga imkoniyatlarni yaratib berganlaridan rahmat aytamiz. Bellashuv maydoni chapdastlikni talab etadi. Salgina bo'sh kelsang, mag'lub bo'lishing turgan gap. Buni yaxshi anglagan pahlavonlarimiz kurashga mahkam bel bog'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Muvaffaqiyat bilan tabriklaymiz. Siz mana oltin medal bilan qaytdingiz. Turkiya davlatini o'zini milliy kurashdan men ishtirok etdim. ABA kurash deydi. 5 ta raqib bilan bellashdim. 5 alovni ham yutib, Xudoga shukr, birinchi o'rinni olib qaytdik. O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib. Turkiyalik raqibingiz sizni tabrikladimi? Turkiyalik raqib o'sha yerdagi barcha muxlislar, qirg'izistonliklar hammasi qo'llab-quvvatladi. Yaxshi o'tdi, menga bu dalda bo'ldi. Turkiya federatsiya prezidenti ham shaxsan o'zlari chiqib tabriklab taqdirladi. Siz ham oltin medal sovrindorisiz. Bel olish kurash bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritdik 60 kg vazn toifasida. Juda kuchli raqiblarimiz bor edi. Qirg'izistonlik, Qozog'istonlik, Turkmanistonlik va Indoneziyalik shu raqiblar bilan kurashdik. Finalda Turkmanistonlik raqibim bilan kurashdim va uni mag'lub etib, birinchi o'rinni oldim. Ko'chmanchi o'yinlarda o'sha bir qancha davlatlar o'zini milliy kurashini shu dasturga kiritilgan. Nima uchun bu Turkiyani kurashdan bu birinchi o'rinni oldi? Bizni O'zbekistonda mana 4 yildan beri 3 kurash sport turi faoliyat yurityapti. Shu 3 kurash sport turimizni ichida bir qancha sport turlar shakllanganda shuni bizga foyda beryapti. 3 kurash sport turini sportchilardan 8 yo'nalishda biz qatnashdik.
Ana bularni sanab o'tishim mumkin. Azerbayjon kurashi, Turkiyani abba kurashi, turkmanlarda kurash sport turi, qirg'izlarda kurashi, tojiklarda kamarbandi go'shtisi. O'ylaymanki, yanagi o'yinlar mana Turkiyada bo'ladi. O'shanga jamoamiz yana ham yaxshi qatnashadi. Men kurashchilarni o'zlaridan eshitsak, bu o'tadigan musobaqalarda men ishonaman, o'sha O'zbekiston kurashchilari bo'ladigan musobaqalarda hammasida chempion bo'lib kelishiga men albatta ishonaman. O'zingizning natijalaringiz qanday bo'ldi bu gal? Azerbayjon kurashidan kurashdim, 3-o'ringa ega bo'ldim. Bu musobaqa menga ko'proq tajriba almashish, ya'ni keyingi musobaqalarga yaxshiroq tayyorlanishim uchun bir maktab bo'ldi deb o'ylayman. Oramizda yana g'oliblar bor. O'zbek kurashining 66 kg vazn toifasida g'olib chiqdim. Endi bunday muvaffaqiyatlardan ayniqsa ustozlarning quvonchi cheksiz. Shogirdlarimiz mana shu milliy sportimiz orqali barcha yo'nalishlarda deyarli sovrindor bo'lganligi o'zi mana shu yurtimizda yakka kurash sport turlarining to'g'ri yo'lga qo'yilganligining bir isboti deb o'ylayman. Shogirdlarimiz ham yosh bo'lishiga qaramasdan dastlabki ishtirokida hammasi deyarli sovrindor bo'ldi. Buning uchun hammasiga kattadan katta rahmat. Meni nazarimda endi o'zim maydonga tushib ko'rmaganman kurash uchun. Lekin baribir nazarimda ro'parangda raqib turganda o'z-o'zidan ustozingni o'g'itlari xayolingga kela boshlaydi, to'g'rimi? Masalan, kurashayotgan vaqtda nima qilish kerak? Qanday usullarni bajarish kerak? O'shalarni eslab, o'shalarni qo'lladim. Qozog'istonlik kurashchilar ustidan g'alaba qozondim va 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Chetda bo'layotgan birinchi musobaqam. Sizning taassurotlaringiz qanday? Juda yaxshi bo'ldi. Biz qirg'iz kurashidan kurashdik, 60 kg vazn toifasida kurashdim. Faqat 3-chi o'rinni oldim. Men sambo turi bo'yicha 68 kg vaznda 2-chi o'rinni oldim. Sambo sport turi bizda juda rivojlanib boryapti. Osiyo o'yinlaridan misol ko'rsak ham bo'ladi. Umumiy jamoa hisobida 1-chi o'rin medallar bo'yicha sambo sport turi 1-chi o'rinni olishdi. Bu yerda bo'lib o'tgan o'yinlarda ham jamoaviy hisobda 2 ta oltin, 2 ta kumush hisobida medallar bilan 1-chi o'rinni olishdi. Ko'p yillardan beri kurashchilarni tayyorlab kelyapsiz. Yaxshi kurashchi chiqishi uchun bolalarni necha yoshda mana shu sport turiga jalb etgan ma'qul? Endi men aniq bir narsani aytishim mumkin. Bolani 10 yoshgacha kurashga berib bo'lmaydi. Hozir endi ko'p joylarda eshityapmiz, 7 yoshda ham, bir aldaqa 8 yoshda ham bu noto'g'ri narsa. Sababi agar bolani vaqtliroq bersa, uni bir noto'g'ri yo'lga olsa, mayib majrur qilib qo'yishimiz. U kurashda shunaqa o'ziga yarasha bir nimalari bor. 10 yosh yetarli. Ana 10 yoshga kirgan bolani 1 yil shug'ullantirgandan keyin eng kichik o'sha 12-13 yoshlarga qo'ysa bo'ladi 1 yildan keyin. Sport turlari ko'p, mana gimnastika bor, keyinaligi shaqa yak kurashlari bor. Ularda talablari boshqacharoq. Ularda balki bir 7 yoshdan bersa bo'ladi, 8 yoshdan bersa bo'ladi, lekin kurashga kelganda faqat 10 yoshdan berish kerak. Endi mana sovrindor chempionlarning shogirdlari ham bormi? Murabbiy bo'lib ishlayman 3 yillardan. Bir 50-60 ga yaqin shogirdlarim bor. Respublika miqyosida ham rezultat berayotgan bo'lmasa ham, shahar miqyosida rezultat berib yurishdi. Bolalarga ancha vaqt kerak. 4-5 yildan keyingina yaxshi rezultat berishni boshlaydi. Demak, hammasi oldinda. Ha, hammasi oldinda. Hamma yutuqlar oldinda. Bugungi suhbatingiz uchun rahmat. Sizga bundan-da katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat.